В Люберецком округе идет акция «Гибкая подводка». Служба газа на безвозмездной основе производит замену изношенных шлангов, которые соединяют плиту и газовую трубу. Акция распространяется на семьи мобилизованных и малоимущие, а также на пенсионеров и ветеранов. Газовая служба «Юникон». В день мастер службы газового хозяйства посещает 3-4 квартиры. Очередной адрес – улица 3-е почтовое отделение. Кухня люберчанки Ольги Кагал. Я задумывалась, узнавала, звонила, но мне сказали, стоимость у меня нет таких возможностей. Спасибо, что заменили по акции. Ольга Кагал живет здесь с рождения. У нее 4 детей. Газовая плита для женщины – незаменимая помощница. У людей стоят гибкие подводки уже старого образца, которые внутри резиновые. Этот шланг у нас металлосилифонного типа, то есть он цельнометаллический, он не подвержен коррозии. Мастер справляется быстро. Время работы зависит от типа оборудования. Если это варочная панель, то требуется минут 10. На обычную газовую плиту – 5. Гибкую подводку мы заменили, все соединили, все проверили, утечек нету, все работает. Спасибо большое. На данный момент замена произведена уже по 222 адресам. Сейчас в работе находится еще 157 адресов. Борис Юкин живет в Люберцах более 30 лет. Последний раз шланг менял 20 лет назад. Об акции узнал от сотрудников управляющей компании. Судя по тому, что мне рассказали специалисты, в силу того, что шланг этот уже длительное время, наверное, он требовал уже замены. Мастер меняет шланг и проверяет все стыки газоанализатором. Утечек нет. Потом заполняет акт выполненных работ и проводит собственникам квартиры краткий инструктаж. Не забывайте, при запахе газа, если почувствуете, кран перекрываете, открываете окошко, вызываете газовую службу. Понятно. Все телефоны диспетчерской и аварийной службы на вашем акте. Хорошо, спасибо. Акция «Гибкая подводка» продлится до 30 ноября. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.